Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема – капуста. Ну, начнем с того, значит, что вы ее посадили. Не забыли налить в каждую лунку по пол-литра раствора на шатыря, 2 столовые ложки на 10 литров воды. Не забыли на дно положить щепотку сульфата калия и присыпали почвой. Поставили капустину, засыпали, пролили, чтобы в жидкой грязи сверху сделали лунку поливочную и оставили ее в покое. И 2 недели вы ее отливали. Вот прошло 2 недели, капуста принялась. Она уже подрыхленная, окученная. Но есть проблемы, оказывается. Какие у капусты проблемы? Да очень простые проблемы. Бабочка-капустница уже летает, уже утром целое стадо пролетело, то есть стая. И не только. Сверху бабочка, а снизу слизни. И вы все верещите, не знаю как. Все, это ужас просто тихий. Да это не ужас просто. Смотрите, видите палочки? На них пустые скорлупки яиц. Видите? Для чего это? Догадались? Я вам показывала, вы только делать не хотите. Да, бабочка-капустница, пролетая мимо. Вместо того, чтобы сесть на капустину, она будет видеть, что здесь место уже занято. Белый цвет ее не прельщает. Она пролетит. А вот что делать со слизнями? Нет, но есть, конечно, там и фитовермом можете обрабатывать, и солевым раствором. Это все, пожалуйста. Ну, есть вот такой. Вот, ну, отложат яйца, тогда разберемся. Пока все чисто и никого нет. Значит, слизни. Ну, во-первых, на моем участке слизней практически нет, потому что у меня и дробленка, и стружки, и опилки, все просыпано вокруг грядок, все межи, все дорожки, все, что даже задернено, там тоже стружки и опилки. Ползать голым пузом очень проблематично. Но если нет опилок, стружек, ну, правда, негде взять. Ну, пожалуйста, зеленку видите? Вот сейчас я вот этот раствор, сколько его из бутылки, отправлю в лейку и пролью поверхность почвы. И поверьте мне, что слизни с очень небольшой охотой посетят ваши капустные делянки, либо еще какие-то. Пожалуйста, попробуйте целый бутылек на 10 литров воды. Этого будет достаточно. Поехали. Так и знала, что вымажусь в мусор. А теперь смотрите, что у нас тут получилось. Так, вот надо помешать бы, конечно, там это вот чем пальцем. Видите, раствор, да, зеленый. Сейчас я найду палочку какую-нибудь. Да, вот мой ассистент подал мне палочку. В мужском понятии это палочка, а у нас это бревно. Но все равно спасибо. Все, перемешаем так, чтобы у нас раствор стал одинаковый. Но есть одно но. Знаете, какое? Вот когда стоит такая жара, утром, когда потом наступит жара, днем, когда стоит жара, зеленкой работать нежелательно. Все это нужно делать вечером. Я сейчас пролью только почву и только слегка, чтобы вы понимали, как это делать правильно. Вот у меня мой раствор. И поехали. Я не буду попадать на растения. Это чревато. Вот так. А вечером, когда вы будете проливать подобным раствором, ну, конечно, слизни, они же ночные жители, они же не полезут днем, поэтому вот такая проливка очень хороша будет вечером. Вот так вот. Видите, какое угощение. А воняет, на листья не попадать. Ни в коем случае, не хватило немножко. Ну, разведем еще. Все просто. Попробуйте и вы. И если все-таки слизни пройдут, ну, тогда... Ну, тогда мел покупайте, агромел, и отпудривайте всю поверхность грядки. Ну, это до первого дождя. Кстати, зеленка тоже до первого дождя, чтобы вы знали. На этом я закончу. Всего доброго и до свидания.